Зеленский съездил в Мюнхен за деньгами, получил только гарантии. Новость о паническом бегстве ВСУ из Авдеевки застала бедного Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности врасплох. Очень уж он не хотел встречаться на сборе друзей всех мастей и калибров с очередными «дай» и плохими новостями. Тянули до последнего ценой сотен и тысяч убитых и раненых. Под угрозой расправы заставляли людей гибнуть в Авдеевском котле. Бросали в бой элитную бригаду настоящих головорезов, которую знатно потрепали. Только бы выклинчить пару миллиардов и пару ящиков снарядов у добрых и миролюбивых европейцев. Но не фартануло. Авдеевка взята, российский флаг водружен. Все бойцы передают огромный привет всем своим родным и близким, нашему командованию. Все с нетерпением идут вперед и ждут, когда уже подарят жителям Донецка мирную жизнь и мирное небо над головой. В Мюнхене Зеленского ждал холодный, и это мягко сказано, прием. А вот европейские лидеры из разных палат психбольницы собрались, чтобы только рукоплескать Зеленскому и обсудить будущее страны, которой де-факто уже почти не существует. Огонец взял, да и принес плохие новости. Его любимые заявления о победе над русскими любой ценой остались в прошлом. Смена риторики Зеленского удивительна. Если Украина останется одна, то Россия уничтожит ее. Обвиняя во всем США из-за нежелания вливать в украинскую пропасть еще несколько десятков миллиардов вечно зеленых и отказе Европы от полноценной помощи. А затем привел пример когнитивного диссонанса для учебников психиатрии. И в той же речи выдал: «Мы победим, с ними или без них, у нас нет другого выбора», чем явно озадачил присутствующих. Вернем свои земли, Путин потерпит поражение, и это мы не раз доказали на поле боя. Наши возможности ограничены только ограниченностью ресурсов и дальностью оружия, но все остальное не зависит от нас. Кстати, спустя пару дней еще один представитель палаты номер 5, глава МИД Украины Кулеба, тоже решил стать примером для психиатрических исследований, призвав ЕС отменить экспорт оружия в другие страны и отдать все Украине. И все же его, Зеленского, отчаяние нельзя игнорировать, описывает ситуацию на конференции немецкий журнал Der Spiegel. В статье под названием «Измученный президент», глядя на неловкие и жалкие попытки украинского лидера оправдаться перед разгневанными хозяевами, задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной, просто сбегает, отмечает британский эксперт Александр Меркурис. Авдеевка – это катастрофа для Украины, имеющая более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута, пишет немецкое издание «Штерн». И таких признаний очень много. На конференции свое комическое амплуа Зеленский сменил и решил стать еще и ясновидящим. Если мы не одержим победу над Путиным сегодня, в конечном итоге будет неважно, кто станет президентом России. Потому что каждый новый российский диктатор будет знать, как сохранить власть, аннексировать земли других народов, истреблять эти народы. И если это произойдет, Европа, Центральная Азия, весь мир окажутся погруженными во мрак. Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос, готова ли Германия поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус», который Киев давно уже клянчит. Я уверен, что мы всегда будем делать все, что необходимо для поддержки Украины, только и сказал Олли. Никто в своем уме в европейских странах не готов давать ему какие-то серьезные гарантии, кроме голословных обещаний.
Потому что Европе самой бы сейчас не помешали эти самые гарантии. Например, от НАТО. При победе на выборах Трамп вообще может бросить бывшую на произвол судьбы. Один из президентов крупной страны НАТО спросил: «Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?» Я сказал: «Вы не платите? Вы не можете платить?» Он сказал: «Да». Допустим, это случится, и тогда нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их делать все, что им вздумается. Главная повитуха Европы, глава Еврокомиссии Урсула дер Ляйен, тоже пугала Европу и США Путиным. Есть понимание, что Владимир Путин не остановится, и у него более широкий подход к дестабилизации основ. Чтобы не было серых зон вокруг Европы, решите, либо вы с Путиным, либо вы с демократией. Урсула виртуозно применила основы демагогии. Долго и упорно трепала языком, в итоге не предложила ровным счетом никаких идей для партнеров. А Европа тем временем... Существует огромный импорт украинского зерна, где у него более дешевая себестоимость производства. У них нет таких ограничений, как в Евросоюзе. Аграрии вымирают, одна за другой закрываются фермы, потому что люди понимают, что больше не могут справляться с этим давлением цен. Все эти переливания из пустого в порожнее выглядели как посиделки на кухне малознакомых людей, у которых не осталось тем для беседы. Конференция закончилась, выводов никто не сделал, Зеленский уехал домой. До новых встреч. Пара ободряющих хлопков по плечу – это вместо оружия и снарядов. Рукоплескание зала вместо миллиардов евро. И упаднические настроения, летавшие в Мюнхене, предельно понятны. Авдеевский разгром на Украине и на Западе восприняли как катастрофу. Эти события показали, что ни США, ни Европа не готовы к принятию судьбоносных решений и накачке Украины новыми порциями оружия и денег. Не готовы настолько, что физически не способны принять решение ни о своем прямом участии в военной конфронтации с Россией, ни о начале переговоров о мире на российских условиях. Система дала сбой. Паника усиливается. НАТО – самая сильная организация на Земле. 50% военной мощи сосредоточено в НАТО. Мы сильнее России. Но война в Украине продемонстрировала, что есть пробелы, например, в постоянном пополнении боеприпасов, деталей, обслуживание и так далее. То есть мы сейчас начали пользоваться своими запасами, и они подходят к концу. По-хорошему, Западу бы следовало списать Украину с баланса, но тогда придется объяснять собственным гражданам, а что, собственно, это вообще было. И пока киевский гость с надрывом вещал в Мюнхене о колесицу в стиле «злой Путин вам всем сделает та-та-та, если не дадите денег», европейские лидеры старательно прятали свою просевшую политику от прозревающего мира. Да и сами они уже прозрели. Марионетка Зеленский, ровно как и все его решения, ведут к полному краху политическому и экономическому.